Всем. Что-то у меня камера мутная. Всем привет! Мы сейчас едем на дачу, мы собираемся. Говорю тихо, потому что у нас есть маленькая истеричка, которая совсем маленькая, такая совсем внизу, вот, которая знает это слово и сейчас устроит нам Варфоломеев ночь, если я начну говорить об этом вслух. Ты где? Вот она. Вот. Так что сейчас поедем. Но мы сегодня едем не к моим родителям, мы сегодня едем к Диминым родителям. Вот, к ним сегодня 4 дня. Всех, кстати, с Днем Победы. С 9 мая. Я сегодня смотрела парад. Каждый раз прям за душу берет. Смотришь, и слезы наворачиваются. У меня, да. У каждого, наверное, в семье были люди. Дедушки, бабушки. Мне тоже были. Ну что, нашел? О, спасибо. Это мое? Это ювелирка у тебя пришла. Да. Он отдельно скрывал, там какой-то код считывал. Ладно, это Машина. Спасибо большое. Я собралась, все, мы готовы. А что там, Машина? Машина. Машина там. Машина, что? Это не только. Ну там два моих, да. А, это мое. А это откуда? Это не должно было прийти. Но пришло. Ну ладно. Мне сказали, что все предоплачено. Ну, я понимаю. О! Крючочек. Вот это, наверное, твое, потому что вот это вскрывали. Вскрывали, во-первых, проверить, во-вторых, код считать изнутри, потому что это ювелирное украшение считается, это же серебро. А, вот это сердечко, это серебро? Да. А, те сердечки, что ли? Ты же мне присылала, ты чё? Да, нет, я забыла, я просто думала, те сердечки, которые я тебе раньше присылала, вот эти маленькие. Ты сказала, что это железные? Да, это были железные, поэтому мы с тобой решили все это дело переиграть, потому что я тебе сказала, что серебро надо. Вот серебро. Не помню. Защипили, специально защипили. Взорви. Зачем? Чтобы не выскочило оттуда это. Не выскочит. Будешь переодевать? Конечно. Спрашиваешь еще. Аккуратно только, оно там завязано. Угу, да, я вижу. Надо обстричь. Дим, твою оставляю здесь. Там тепло. Где там? Нет, там не тепло. Где? Отпускай. Ты куда, Мил? Мила! Домой! Мика! Какая добрая, я приехала! Все. Улетела. Молодец. Так, все, где моя курочка? Ой. Все. Мы приехали. Ой, какой сегодня закат классный. А вон Димка идет. Чё, уже нагулялся, замерз. С собакой пошли гулять, называется. Да, закат сегодня прям. Такой объем. Смотрится, красота. Очень красиво. Чё, уже нагулялся? Да. Холодно? Холодно. Вы ж хотели гулять. Милка там не замерзла? Не, нормально там. Вику встретили с Димой. Поболтали потом. Корги встретили. Корги! Я думаю, Мила там, наверное, в шоке. Да, там компания была, конечно. Еще бы. Корги, так... Ну, вот та компания, когда первый раз мы видели. Да. Ага. Мила на руки бросилась? Конечно. Издалека. А? Издалека. Бежала, спотыкалась? Ну, он большой, он толстопопый. Скорость сложить большую не может. Из-за ног короткий. Он не спринтер. Прям врезается. Знакомится. Ну, он добрый, он классный. Я не знаю, он, собственно говоря, пытался там познакомиться всячески. Да. Подышали? Угу. Нет, там хорошо. Вик с пацаном каким
Синдром.